Олег, первый вопрос. Какие первые впечатления от игры? Ну, первое – это положительные эмоции, потому что выиграли. Сколько мы 3 игры подряд проиграли, хотелось позитива, выиграть, взять 3 очка и не отставать от лидирующей группы. Так что едем домой с положительными эмоциями и радостные. Насколько важно было держать именно вот такую уверенную победу? 3-0? Ну, уверенно, не сказал бы, что уверенно, потому что мы первый тайм могли и пропустить, потому что они нас немного поджали, мы неправильно немного встречали. Второй тайм мы чуть-чуть начали прессинговать их, они начали ошибаться, мы забили еще 2 гола, еще 3-й могли забить. Я считаю, там второй тайм мы так немножко по делу выиграли и чуть-чуть себе облегчили, ну, как бы, концовку игры. Наконец получилось отличиться у Дениса Лаптева, ну и Миша Горочек отличается в чемпионате. Это хорошо для команды, для игроков? Ну да, я немножко притроировал, говорю: Дёнь, зачем ты забиваешь, такая серия была классная. Но забил, я думаю, что его прорвет и начнет помогать нам, ну, там, в важных играх забивать голы, и мы больше будем забивать. Сергей Петрович, во-первых, с победой, уверенная, 3-0, прервали неудачную серию. И насколько быстро забитый мяч изменил изначальный план на игру? Не, ну это был очень важный матч, вот, потому что, естественно, отступать нам было некуда. Вот, мы приезжали за очками, знали, что будет очень сложно, поэтому первый забитый гол, он всегда придает уверенность. Сегодня все хорошо, в принципе, мы где-то в первом тайме на несколько минут потеряли там концентрацию, да, немножко, скажу, физически нам стало тяжеловато. Вот. А второй тайм, то есть абсолютно там другая игра, поэтому я думаю, что вполне заслуженно победили. И те люди, которые выходили на замену, каждый внес свою лепту. В заявке на матч было только 5 запасных. Это тревожный момент? Ну, тревожно. Нам надо немножко выдохнуть, скажем так, хотя бы вот в недельный цикл сейчас войти. Я думаю, что потихоньку будут люди выздоравливать и помогать нам.